коллекцию все-таки начеркали. Уже можно теперь показать. Моя игра, пишет Хоря. Ну, расслабленный, да, вот сейчас я в паблике Реми залез, там Дрейс написал, что алкаш там не демился перед игрой. Ну, то есть так, как бы все самые важные и интересные игры у Реми будут после этой игры. На самом деле, в этой игре самое интересное, это то, что... Это то, что можно будет выиграть 50 рублей, угадав счеты победителя и отправив правильный ответ на почту akroshka67@mail.ru, кто хочет. Да, это можно сделать и во время игры, и в последнем раунде. Главное, чтобы вы первым оказались догадливым. Вот, поэтому внимательно смотрите, контрольте, раскладывайте в уме у себя расклады. Если вам 50 рублей на Киви там, или куда-нибудь на вебмане надо, то можете позаботиться об этом во время игры. Это вот единственная интересность, да. А вторая интересность – это вывеска, естественно, Иеремия Рулигенс. И как бы если... На Ютубе потом появится запись Иеремия Рулигенс, и вы введете Иеремия Рулигенс, то, ну, Иеремия Рулигенс. Предпосылок, как бы, вы не увидите, потому что я их вырежу, потому что говорю их в перерыве. Собственно, все. Вот такие мои прогнозы на эту игру, поэтому я думаю, что... Ну, такое. Ну, тем более, еще рулы начинают за атаку. Ну, такое. Не знаю, мне кажется, вот 7-2 какой-нибудь сейчас счет будет. Ну, хотя... Если будут неожиданности, я буду очень тому рад. Потому что если Иеремия выигрывает Рульген сейчас, то больше они с ними не встретятся уже в этой групповой стадии сегодня. И забудут нафиг о них просто. И будут спокойненько выигрывать ОВТ или Фокзис и выходить с первого места. И вот единственная у них моральная штука, из-за которой можно бороться, ну это будет признание комьюнити. Это будет такой скандал, в котором Пипсон со своими в соло китайцев закроя будет просто... Нервно курить в сторонке, да, такая буча поднимется везде и будет ахаха, охохо, мемов дофигища. Я сижу в кофте ВЦГ и с бутылкой Джека, пишет Харек. Нормально. Я тоже так хотел сидеть, только у меня кофта ВЦГ нет, Джек и кофе есть, но только кофе. Только кофе. Да, еще я очень надеюсь на то, что сейчас... Аполлон, он же Велик, стал серьезным пацаном, и вот что он нам хайлайты будет клепать просто один за одним. Вчера вот с мискликами сделал, ходят слухи минут 5. Вот, а мы ждем 5-го... Кого у нас нет? А, за атаку Иеремия начинает. Просто у них теги Рулигенс, я поэтому спутал. Дрейс тут. Коря не туда стал. Явно. Зиппер, Вайс, Воллера нет. Воллера последнего. Нету ссылки на группу. Зачем вам ссылка на группу? На какую группу? Что-то не уловил, что... Дайте ссылочку. Окрошка ТВ, ВК.ком, окрошка ТВ, если... Если Crossfire, то так и есть. В каком Crossfire? Больше никаких групп я. Память. Иеремия. Джереми, ах, нижнее подчеркивание, КФ. Вроде так. Рулов не знаю, какая часть. Ну, как бы вроде бы все сказал, вроде все рассказал, что может быть в этой игре, чего не может быть. Но, опять-таки, глубочайший рандом. Тут вопрос, что, чтобы понять, что будет происходить в этой игре, надо было серьезно пообщаться, ну, по крайней мере, с двумя людьми из каждой команды. Я этого не делал. Кем единственное общаюсь? Ну, с Харьком, из всех вот здесь присутствующих. Более плотно, чем с остальными, но... Как бы не полез ему в душу перед этой игрой, что тревожит человека. Ну, два варианта, да. Они, естественно, сидели в ТС-ке вчера, и те, и другие раскладывали... Можно предсказать, что, скорее всего, рулы подумали, что вообще показывать не будем, палить не будем. Самое рандомное, что можно было выбрать, это действительно радиостанция. Если это будет деф, то будут просто тупо стоять. Если какие-то будут поджимы, то это не тактики, поверьте, это просто все так играют. Поджим ДЛ, там, исполнение трика и иксивера, это не будет, допустим, какой-то, о, спалили тактику. За деф невозможно ничего особого спалить, кроме... Позиции и перетягов, да, позиции будут выбираться, мне кажется, ну, наобум. Трик может как лонг закрыть, так и Б в окно стать, так и мид стать. Три позиции, и хрен пойми, где он будет на КФС играть.
Тут уже все от фантазии зависит, товарищи. Раз, два, три, четыре, пять. Вот он, бойлер. Вот, поэтому а в атаке, ну а что в радиостанции такого в атаке? Сплита, лонг, плюс. Грубич. Попрем. Попрем. Ладно, хватит разглагольствовать, поехали. А, чат еще. Кроха, скажи себя ВК. Ну, не скажу меня ВК, зачем вам это надо? Так, первый тур, группа D. По вывеске одно из самых сильных противостояний, самых интересных в этом туре, скорее всего. Еремея против команды Рульгенц. За атаку начинает команда Еремея. Что такая круглая голова у тебя, человек? Не с первого раза Велик смог запрыгнуть в подсад. Ну, давайте посмотрим за атакой прежде Еремея. А... Хорошо, и за позициями дефа. Более рад, поджали. Поджали Зигу. Выбили здесь тело, которое по парочу шло. Ну и больше никого не увидели. Двое тихий лонг. Пока что не торопится даже смотреть на балкончик. Просто стоят и ждут. Один на нижний смотрит выход из-за ящика. Велик смотрит выход из-за вагона. Если там будет, думает, что по ногам пока что не видно. И кто-то стоит, просто не палится. Тем временем, смотрите, какой лол просто. Ребята уже прочекали всю карту. И они прекрасно знают, что больше негде стоять, кроме как лонг. Возвращается, и сейчас на баш на баш будет. Эксивер первый заметен. Палился. Ну, это просто уничтожение. Арс пошел. Два сделал, Вайс еще одного. Ну, и к северу никого не дали, хотя по дефолту он стоял первый. Кереми, сухой раунд для Рулигенс. И ну, писал Харек вчера, что дикие. Что, у Трика есть еще Зига? Да и понятно. Господи. Вариантов может быть куча. Я к тому веду, что... Что-то я хотел сказать. А, Харек вчера писал, что дикий, и если там кто-то думает, что Еремея выиграет, то это не те самые Рулигенс, которые были на предыдущем КБ-турнире. Это совсем другие Рулигенс, и эти Рулигенс будут, несмотря там вывеску и силу команды Еремея, рвать ее и метать просто во все стороны и на такие лицеприятные ошметки. Пока так и происходит. Пока сухой раунд, причем выбили одну позицию по Зиге вдвоем, да, посмотрели нет парыча, посмотрели нет моста Б. Дали инфу с подстоящему на Б, Б сорвался, пошел обходить в респу, дошли до самой респы, там жевали бублики на лонге, вообще не проходили, стояли на выход, хотя инфа должна была прийти, что убили в зиге. Ну и просто закрыли людей в спину, поняв, что больше им негде спрятаться, и Ксир вообще в респе тусовался, прикинулся террористом, и просто стоял, как бы пытался респауниться. Так что вот такие вот дела. Ну, начало такое, конечно, не хорошее для Еремии, по крайней мере, не то чтобы... По счету морально. Морально они ничего не делают. Никаких волевух нет. Ну, зашли на точку А, бомбу подобрали, будет наставиться под зигу, не под зигу. Под окно и вагон будет ставиться. Действительно, должен уйти один на подъем. Бигбир, его любимая дистанция. По пульке он не попадает. Еще утро ранее, руки, крюки. Бигбе. Был последним. Минус он, Эксивер перестрелял его, несмотря ни на что. Хотя, наверное, скорее это была средняя дистанция, для Бигбира не совсем удобно. Если бы вот бомба каким-то образом была поставлена под лонг, если это было бы возможно, да, и Бигбир стоял именно на лонге, то, возможно, с подковы он бы и настрелял Эксивера, но этого не случилось. Тиммейт им не помог. 2-0 в пользу Legends. Я еще раз спрогнозирую, наверное. Ну, так же интереснее, да, когда я угадаю или не угадаю, меня можно будет захейтерить или сказать, о, крошка Ванга. Я спрогнозирую счет первой половины 6-3. Нет, ну вот у меня душа лежит 7-2. Давайте 7-2 я скажу. 6-3 это я уже еще раз переподумал. Думаю, ну что-то какой-то большой счет. Нет, наверное, все-таки 6-3. 7-2 я прогнозирую счет в пользу Legends. А Еремея просто на этой игре, по моим подсчетам, должна просто разминаться. Хотя она этого пока что не делает и играет так, как она сыграла бы, если бы Воллер был ее капитаном, вдумчиво и медленно. Но позиции-то перекрыты и заняты очень правильные. Кстати, чья АВП работает? Работает АВП Воллера из вагона. Несмотря на то, что подъем закрыли домами, просвет закрыли домами, потратили на это 3 штуки, и как бы вот ни хрена не случилось. Big Bear остается последний с бомбой, сотый в четверых. Еще один раунд будет, естественно, за командой Legends, если этот парень не озвереет. Вот так и случилось. 3-0.
3-0, пока что Рула впереди. Но еще раз повторюсь, для тех, кто вот только что пришел и не слышал мою тираду перед этой игрой, 10-минутную, о шансах на эту игру. Несмотря ни на что, Double Elimination система дает возможность проигравшей команде в этом противостоянии все равно выйти со второго места в группе, поэтому... Я думаю, когда морально думали, что же дальше делать, а они 100% всегда раскладывают шансы и те, и другие, думали, что даже проиграв в этой игре, ничего страшного не случится. Поэтому игра больше похожа на разминочную, и одним ничего не надо палить, а вторым и вообще пофиг. И я веду Еремию, потому что проиграв, они смогут более низших уровней команды обыграть и выйти с второго места. Поэтому какая бы ни была красивая вывеска, по сути... Ничего интересного в этой игре быть не должно, хотя, тем не менее, я попытаюсь выудить какие-то аналитические моментики из этой игры, где-то что-то подсечь. Ну, хотя по просьбе, как бы, Legends, опять-таки, они попросили видео не выкладывать, ну, я даже переключаться на них не очень-то теперь хочу, как бы, а вдруг чего спалю? Вдруг китайцы смотрят этот стрим, такое возможно. В статистиках на Твиче я много раз находил человек 40-60 китайских тел, которые чего-то забыли на этом стриме. Поэтому смотрим исключительно пока что за Еремией. Ну, не, мы можем в дефе посмотреть за Legends, но единственное, что... А чего мы там увидим? Мы Ксивера увидели за вагоном с АВП, неждан, да? Он, причем ему АВП не дропнули, а по дефолту она была у него в дебюте раунда. Ну, кстати, первый возможный, когда смогут взять. Выбили ворота первого близко встречающего. По-моему, Воллер там стоял. А, нет, Воллер живой. Кто что стоял-то? Найдем. Вайс стоял, Вайс не смог в одно лицо принять точку Б. Теперь Биг Беа из-под окна и завершает этот раунд. Додавил Зипера, минус Воллер еще сделал Боря. И размочили счет 1-3, ну, по-прежнему, повторю свой прогноз, 7-2. Делаем их! Дымовая. Световая. Ну, вот смотрите, даже с чем Зипер стоит. ПП, он под окном стоял, неждан. Так, пошла инфа по Зиге, протопали там Арса в близкую, один встречает, но встречает на инфу и на слух. Воллер с подъема контролит, если Арсу вдруг закроют, Арса просто спокойненько спрыгивает, перетягивается ворота на Б и отпускает тех людей, которые вот в Зиге что-то забыли, но пока не знают что. А времени, смотрите сколько, уже 10 секунд простояли, уже по инфе перетянулись, Арса готов вместе с Вайсом с моста, если что, закрыть спину Зигу. Посмотреть, по крайней мере, с моста в эту Зигу, если эта перетяжка на Б будет, то близко сразу встретят и успеют, и дадут время перетянуть остальным, допустим, тому же самому Воллеру, да, если никто на А не пойдет. И, в принципе, если пойдут все-таки по Зиге, а они все-таки идут по Зиге, то Вайс и Арса один под балкон нырнет, а один нырнет в Зигу, скорее всего. Минус Воллер на подъеме. Вот мне интересно, Вайс пошла инфа? Ну, Арси пошла, Арса пойдет окно, Вайс пока что думает, не пошел в спину почему-то, думает спинового закрывающего. Спиновой закрывающий был алкаш, но он стоял вообще на лоб. Даже на точке А очутился по инфе, пока Зигу открывали. И Ксивер в далекую на лонге, на подкове. Это серьезная проблема на самом-то деле, а попробуй-ка ты его и выбей. Вдвоем на половиненный. Харек АВП. Ага, нет, алкаш еще. Алкаш здесь пошел инфу собирать. Заберут алкаша, близко Харек. Смотрит на проход, минус он, хороший скилл у Вайса. И крутится Биг Биру. Любимая дистанция, минус для него Биг Беа. За троечкой человек, ну и в два ствола. Один кидал гранат, второй стрелял, и стрелял зипер и убил. 4-1 после дефуза. Вроде бы неплохо, вроде бы, как бы, отстояли хороший тайминг. В Зиге не топали, не показывали, ушли, не понимала. Б в открытую не палилась, моста не чекала, прошли, они поднялись, не поднялись. Еремея выдержала 20-секундный тайминг и просто в одного Воллера на точку А валилась. Все было хорошо до того момента, пока не стали стреляться люди. Ну вот, хорошо, смотрите, Дрейс и Алкаш дают по минусу при заходе на Б. Тут сразу же разменивают Эксивер и Вайс. Есть поджимающий Зиги, пришел в спину. А на самом-то деле люди на точке А. Единственное, что бомба хрен знает где. И, судя по всему, ее вот сейчас по трупам походим. Да, ее скинули. Ее скинули, ее никто не терял, ни у кого не выбивали. Просто вот зафейлили сами. Давайте мы не потеряем бомбу, просто ее оставим, а потом вернемся. Хотели сыграть медленный раунд, но так получилось, что точка Б вышла, сразу сделали 2 килла. И все бы было хорошо. Хорош! Хорош велик! Вот. Световая. Молодец, чувак.
Север последний остается. Но это вот велик, полтора велика, даже может 2,5 велика по силе, да, поэтому на Xever все-таки на охоту лучше ходить вдвоем, лучше ходить с разных сторон. Если на Титаник велик сейчас запрыгнет, а здесь будет Биг Бе отвлекать. Да, велик все-таки делает этот килл. Все правильно, с Титаника зашел в спину к Xever. Второй раунд для Реми. 2-4. Боря вперед. Пишут нам в чат. Я, ребята, отходил. Объясните, как игра. Глупые моменты. Кратко. Моментов не было ни одного. Все просыпаются, все разминаются. И для той, и для другой команды это первая сегодня турнирная. Поэтому первые раунды поразминались. Глупо, ну, наверное, первый раунд. Хотя, дать должное Legends, которые просто-напросто этот раунд взяли инициативу в свои руки и закрыли сами, собственно. Так, пока у нас пронюх центра, алкаш тут с бомбой, теперь он решил сказать, я самый взрослый, я самый опытный, бомба умнее, и стал бомб кэрри. Ну, в принципе, правильно. Алкаш суппорт, нигде он наимиться не будет, на первую выходить, никакую точку открывать. Ну, выпрыгнет вторым, умрет после кого-то, ну, вообще-то алкаш уже первый, бомба, странно. Но зато он знал инфу и по одному, и по второму, одного закрыл, Вайс, кстати, минус 3 здесь делает. И Дрейс последний в дуэль против 4х с бомбой. Ну как? Вот еще одна мишень. Вайс был как раз-таки недобитый. Инфа есть. Инфа есть, его уже обходят в спину. Сейчас будет трехсторонка разыгранная. Xever пойдет через Парыч. Воллер уже контролит на песках. И человек на Б, специально обученный, просто вот не пропустит его, если что. Ну, первым сыграл Xever. Xever сыграл из-под моста. И пятый раунд для команды Рулигенс забрали. Что очень видно, да, какие-то тактики, не знаю, Рулигенс даже, вот, ну, не хотят они палить, я даже задумываться об этом не буду, у меня не будет такой цели как-то разложить на микроэлементы эту игру именно по тактике, но что тимплей и серьезное понимание, как надо стать, ну вот, грубо говоря, что бы сделали вы, если бы узнали, что в курах есть один человек, и он с бомбой, и он сотый, да? Наверное бы кто-то зашел в куры с Б, а кто-то, если он там вдруг оказался, как Воллер, он бы побежал с песков, начал с ним стреляться, да. Но команда Рулигенс сделала второй вариант, который бы точно не сделала там 85% команд. Они просто стали с трех сторон, и все. То есть, если бы человек пошел на Б, Зиппер бы увидел его в прицел, ну прошел и хрен с ним, ставь бомбу. Зиппер бы стал в окно со своей АВП, не давая тем самым занять позицию под окном. Да? Если бы человек решил вернуться назад, то это бы увидел Воллер, и близко был бы Xever, который так и случился, на самом деле. То есть, что сразу видно, это серьезный разбор позиций, думка в этой игре. Вот это круто. Алкаш, последний, давай твой звездный шанс, дружок. Нет. Опять человека ждали с трех позиций. Ну, если учитывать, что очень сложно стреляться сразу с тремя, то шансов у алкаша абсолютно никаких не было. Давайте, Ru Legends, сделайте мой прогноз с реальностью, счет 7-2 в первой половине, и сделайте мой прогноз с реальностью, что не выйдут за 5 раундов Ереме в этой игре. Хочу счет 7-10-4, какой-нибудь 10-5, вот такой вот. Ребята, это не Ереме, они уже перед игрой настроились на поражение. Толя, правда, у тебя true есть в твоих словах. Я объяснил, почему я думаю точно так же, но это не называется настроились на поражение, это называется посчитали данную игру проходной игрой. 7-2, кстати, на счет первой половины, тут лонг выход был. Собственно, там всех и закрыли. Это называется посчитать данную игру бесшансовой для себя, но по результатам проходной. И как бы просто пропустить ее у себя в голове, не настраиваться и оставить моральные силы на следующие игры. Вот так это называется. Единственное, что здесь потеряет Ереме, да, это, ну, увидит в комментариях какие-то пару ахаха в свою пользу. То, я считаю, это вообще совсем некорректно. Потому что, ну, если они думали Ереме, как думал я перед этой игрой, то это просто профессиональная раскладка. Я еще раз повторюсь, единственный момент, по которому Ереме хотела бы и могла бы выигрывать, это признание своей компашки, там, своих фанатов, пацанов, комьюнити. Ну, комьюнити не такое обширное. Ну, 30 человек в скором времени забудут, что они проиграли Ru Legends. Ничего здесь нет такого, тем более, что Ru Legends едут на КФС, а Ереме не едет. Поэтому в этой игре Ереме ничего не светит в плане какого-то порицания или непрохождения в групповую круговую стадию Crossfire Masters 4.
Ну, я для себя так решил, как думают они, я не знаю, но риски очень малы. Плюс никакие деньги, они ничего здесь не теряют. Меняемся сторонами. Арса, походу, у нас пошел на небольшенький перерыв, тем более, что он хост, без него мы точно не начнем. Вот, а я напомню, что если вы угадаете счет этой игры первым, счеты победителей, отправите все на... Я не пиарю свою почту, просто реально хочу отдать кому-то 50 рублей, да и вам интереснее, да, может кому-то действительно умные 50 рублей нужны, а у него их нет. Поэтому, если надо 50 рублей, угадайте счет победителя, окрошка 67, почта, туда пришлите правильный ответ, четко оформленный ответ, победит Еремия, счет такой-то, все, как бы 50 рублей скину. Вот, будете первым, вы победитель. Кто-то, может быть, уже до игры ванговал, кто-то, может быть, отправил уже правильный ответ, и вам ничего не светит. А, возможно, никто еще этого не сделал, у вас есть время выиграть эти самые 50 рублей прямо сейчас, или через раунд, или через Давай, два. давай. Поэтому дерзайте. Деньги небольшие, но хорошие. Для меня это деньги, на самом деле. Может быть, для вас и нет. Ну, как бы реализовать свои способности аналитика, почему бы и нет, ничего не сделав, написав два слова. Еремия, точнее, написав одно слово и несколько слов, там, Еремия и счет. Допустим, или Рулигенс и счет. Так, кстати, смотрите-ка, вот Еремия взялась за ум, просто-напросто я пока впивался в этот раунд, зашли, поставили рулы точку... Точку А заплентили, но Еремия с двух сторон зашла, при этом потеряли при заходе они Биг Беа и Велика. Велик, наверное, у нас вагон будет отыгрывать, да? Или что он, где он потерялся? Это он мид у нас отыгрывает. Зашли, тем временем поставили бомбу, но Еремия ретейк в три тела сделала очень хорошо. Первый раунд для себя взяла, это счет 7-3, 7-3. Пока что бороться можно, еще 4 им надо сыграть победных до... Давайте за Еремия будем смотреть уж, чтобы совсем ребят не палить. Простите, фанаты Legends. Вот. Мало пишет в чат. Ну, будешь работать, как бы. Будешь ценить деньги. Пока мамка тебе дает деньги, если больник, то можешь не ценить труд своей мамы, папы. Можешь сказать, что я в свое время, какое-то время тоже не ценил. Когда у тебя не будет мамы и не будет 50 рублей, да, попробуй заработать. Выход у нас на Б, хорошо, алкаш, под окно подсел. С тиммейтом. Дрейс тут нахлповал брату белорусу. Хорошо, разложили точку Б, второй раунд. Если первый рулежен зашли на точку А, там были двое, то вот здесь вот эта парочка, связка сыграла. Алкаша и Дрейс, алкаш. Жмем могучую его руку, и Дрейса руку тоже. Разложили точку Б. Кто сделал? Дрейс. 2 на 2. По фрагам разобрали, кто пятый сделает, честно говоря, не видел, но особого значения не имеет. Надо отдать должное именно этой связке, которая с двух сторон из-за двери встала, хороший дым там лег в дверь, просто-напросто не выпустили. 2-0 Еремея, 7-4 общий счет. Хоря, open. Походу начинают заводиться ребята, как-то адреналинчик уже поигрывать начинает. Сонность вот эта ночная уходит. Сонность ночная уходит, и тут главное, вот, мне кажется, задор у Еремии, потому что, ну, да, хорошо, шансы никакие, игра особо не нужна, но по красоте показать, не обидеть самого себя, в глазах самого себя, в первую очередь, да, чтобы я нажал на тап и увидел красоту. Все увидели красоту, когда у Дрейса 5 фрагов к нулю, когда у Хори 3 фрага к нулю, когда алкаш на третьем месте с тремя фрагами и может просто язык показать Биг Биру и Велику. 2 ВП, кстати, была игра, Воллера сразу же на миду закрыли, в его окошечке зиппер, теперь второе ВП отыгрывает под окном, видит тело, но надо узнать, где второй. Ждет на выход его понизу, не пытается выпрыгивать, кстати, кто у нас там? У нас сидит Харек, пошел закрывать ВП зипера просто на железных, на стальных яйцах, типа, так, стой, я сейчас приду и выбью тебя. Но зипер решил, что лучше уйдет с этой дуэли живым, чем стукнется с такими же точно, как и у Харька, об него, в избежание травм. Выносят все-таки Харька, сделает это Иксивер, прострелил он дерево, Биг Бир здесь не хлопанул, сидели до последнего, Биг Бира причем видели, инфа по нему была, я не знаю, зачем он до последнего отыгрывал. Если бы был дым или флешка, надо было уходить за вагон, он не простреливается. А так 2 в 2. Дрейс идет из Зиги, он зачекан, алкаш очень далеко, и сейчас будет
Хотелось показать сплит ретейк, но вот Дрейс не дожил до этого самого момента, а Арса думает, а зачем я бомбу буду ставить, просто мы сейчас по инфе, по хп алкаша уничтожим, который голову ставит. Арса даже не понял, откуда Ксивер. Ксивер ждет на стрельбу алкаша. Алкаш не торопится это делать. Ну, не знаю, как вот позиция хорошая, нехорошая, с окна пойдет. рублей можно 3 доширака купить. Ну, на 50 рублей у меня в магазине пятерочка, можно купить 10. 10 макарон быстрого приготовления под названием «Красная цена» производства «Краснодар». Вот. Ну, для ролл по 10 рублей 5 штук. Можно пачку дешевых сигарет купить. Хотя, не совет. Пакет молока и буханку хлеба можно купить, если вы таким питаетесь. Нет, можете спорить сколько угодно, не надо 50 рублей, вот не надо, просто не пишите этой хренотени, что это не деньги. Как бы я не собираюсь разыгрывать свои кровные, да, я не пиарю какой-то канал, что он мне принесет рекламу за эти 50 рублей. Ничего подобного, я просто даю вам эти деньги кому-то очень умному. Воллер тем временем нас один остается. Кстати, счет общий, ой, хорош, голова. Голова, 100 хп, 2 100 хповых, уже торчит в спине, алкаш. Какой же алкаш разыгранный, кажется. Папи пришел без розыгрыша. И что у него по фрагам? Алкаш на первом месте в Еремии. 6 фрагов у него. Ну, просто чувак собрался. Молодец. Да, счет. Счет у нас 8-5. Ну, походу, мой прогноз-то не особо оправдается, если Еремия еще один раунд возьмет в дефе. А дело идет к ничьей. И примерно точно так же играли в прошлой половине. Смотрите. Деф стал превалировать. Ну, если обсуждать, допустим, что эта карта похожа на Dust 2 в Counter-Strike, да, то в Counter-Strike, кстати, творится точно такая же ситуация. И очень скилловые команды с очень скилловым снайпером имеют преимущество на карте Dust в последнее время. Ну, вот у нас как бы быстрее это, кстати, произошло в Crossfire. Деф стал более сильной стороной на карте радиостанция. Как-то вот пораньше, я смотрю, если в той игре это было месяц, может, там два назад. В паре предыдущий турнир, я уже даже не помню, когда был, но это уже случалось. Оу, аллилуйя, велик божит на подкове. Минус 3, по головам прошелся практически всей команде RuLegends. Остается немобильный зиппер с ВП Вайс, не пойми где. Пойми где, но зиппер с бомбой, он серединную позицию занимает, попробует сейчас почекать перетяги, возможно, каких-то бравых ребят на миду снять, или кто-то... О, его снимают. Crossfire, выйдет для зрителей 50 рублей. Нет, это деньги из моего кошелька. Я не... Миссия провалена. Победил Global Risk. Таким образом, у кого не просил. Да короче, все, идите просто нафиг. Я уже понял, что в комьюнити Crossfire, чем больше ты делаешь добрых дел, тем больше тебя начинают засирать, поэтому это последнее, что я потрачу на вас, на зрителей, своего кошелька просто. Хотите, не надо, я обиделся. Началось тут диск. Ой. Нет бы сказать, вот красавчик, молодец. Давай еще на следующую игру такой же сделай. До слез обидно, ребят. Так, тем временем мы смотрим за Еремией, не палим. Палим RuLegends. Хорек получает в щи и получает, кстати, от зипера, и получает, кстати, через дымы. Но хардскоповые дуэли всегда Трик любил, поэтому вот это вот выцеливание, показывание плечика, если еще лежит дым в трудной ситуации, увидеть, как там направиться на ник и убить Харька, милое дело для зипера всегда было. Хорек же приверженец другой секты, религии под названием «Дикие». Сносные просто сикфадзумеры, которые дают развороты на анкаре, вот эти вот знаменитые на отборах ВЦГ 2013 на 180, на точке А, бац-бац и... Поэтому, почему так говорю, ну, зиппер, большинство таких дуэлей выигрывает. Еще есть такие дуэли на карте склад, в том же самом знаменитом дереве, когда примерно одинаково по спауну подходит и тот, и другой, но... Некоторое преимущество у зиппера будет, если он за защиту там в один пиксель будет смотреть, у Харьку надо выцелить. Ну, короче, пока по дуэлям, кстати, я даже не считал, что пока по дуэлям, с одной из дуэлей зиппер сбежал. Ну, не сбежал, а ориентировался
Во благо команды. Закид пошел точки А. Знаменитый старый дым времен еще Рулигенс образца с Петром Бази, Гнусом и всеми остальными. Закрывание просвета на спаун контров. Спауном его не надо. И обход защиты в спину. Биг Бир у нас крутится на... О, вот это голова от Биг Бира. Он бомбу зачекал. Он на пару часов сам выбил своими руками бомбу на подъеме, на джампе. Остается последний. Зипер танцует и погибает. И опять алкаш два фрага делает в раунде. Алкаш просто божит. 8-3, он фраг-лидер своей команды. Фраг-лидер вообще просто-напросто. Если взять фраг-лидера команды Рулегенс и сложить его вдвое, да, сделать 2 эксивера, то вот это получится алкаш фраг-лидер команды Еремия. Счет первой половины был 7-2 в пользу Legends. Ситуация обратная. Еремия в этой половине уже берет 5 раундов. 7 раундов всего. И пока что отстает от Legends в один раунд. Все-таки пытается показать нам свой характер, свои зубы. Ну и если... Пока как бы хорек, конечно, не санитары, не клетка. Вот, ничего ему не надо, но... Ну, алкаш молодец. Осколочная. Возможно, вот на ту самую, да, вот те самые грабли под названием «Не палим тактики», Рулегенс и напорятся в этой игре. Но, опять-таки, я повторюсь, для них это не страшно. То есть они 100%, там все остальные команды просто вот как трактор белорус и как по гнилой картошке должны проехаться по остальным командам. Ну, должны, да, по вывеске, опять-таки, по имени. Казалось бы, что и здесь должны были, ну, было. Вот. Поэтому даже если проиграют, ну, единственное, да, для них страшное то, что вы, уважаемые зрители, уважаемые комьюнити, писать о них нелицеприятное. Но, опять-таки, они еще не проиграли. У них еще есть все прекрасные шансы, им надо взять 2 раунда, и они победить. Заход хороший на точку Б. Дымами закрыто, стандартно, мощнятся ворота, никто близко не встречает окна, не может на проход здесь ничего сделать. Ну и посмотрим выбивание, хотя Харек, кстати, был в окне и мог того человека, который носит ник Воллер, как-то хотя бы поднапрячь. Но позицию не стал палить, двое идут с кур, Харек стоит сок, он слушает, никого он не услышит, четырех очень сложно будет выбивать. Первого выбили, далеко ушел, еще тут и Воллер идет, молодец. Молодец Воллер, молодец Велик, молодец Вайс, молодец Сарса, все молодцы. Матчпоинт для Рулегенс. Керасия пинку Воллера пишут. Так, сейчас глянем. Воллера пинг 89. Ага. Осколочная. Это, кстати, интересно. С тем, что он живет в Москве. Но есть разные версии происходящего. Человек может играть с плохого интернета. Ну, что-нибудь еще у него может случиться. Болеет, конечно, естественно, интереснее болеть за слабых, да, вот за Еремию, за нее очень интересно болеть в этой встрече, в этом противостоянии, имею в виду вас. Тем более, что показывает хорошую игру, и кто бы мог подумать, что кто эту игру будет показывать. Ну, пока вот так вот, все видите сами по фрагам, да. А у Дрейса и Алкаша одинаковые пинги, тоже интересно. Прикольно, на одинаковом расстоянии от Москвы, видимо. Так, ну и смотрим, что у нас. Ну, тут, в принципе, я вот не показываю это, а зачем? Опять у нас, смотрите, вот эта знаменитая самарско-белорусская парочка. Алкаш и... Это нашли. Харька, алкаш, закрывай! Идет, кто-то спер. Это был Дрейс, и алкашу оставили только одного, хотя именно он первый давил в этих людей. Войка хотят Ереме выйти на ничью, но есть Воллер, который в дымах уже бушует, выходит на точку, стреляет по своему, благо... Благо, вот смотрите, не видели. Не видели человека, алкаш выходит, замечает его не та позиция, и он с дигла первого не высекает, а мог бы перезарядиться. Никто его не слушал и не видел. И теперь Еремии 2 в 2 тащить. Бомба не поставлена, бомбу дропают. Воллер остается последний в курах, против двоих заходящих со своего спауна. Бомба перед его ясной очи. Просто не дергаться надо Еремии, а Воллеру надо первого убивать, и это будет легкий раунд тогда для него, если он останется 1 в 1. Так не произойдет. 6-2, у нас либо допы, либо... Победа Рулегенс в этой игре. Ура-ура-ура. Да. Либо допы, если Еремия выигрывает раунд, либо победа Рулегенс, если они выигрывают раунд. Неважно, какой счет общий. Запомните, что в первой половине 7-2 просто Рулегенс выиграли. И примерно с таким же счетом может эта половина закончиться, если Еремия возьмет. У него давно такой пинг и нет стрём.
я не знаю. Можно вы правы. Поджим тем временем у нас лонга. Решили неожиданно играть последний раунд. Запирают Зипера у себя на респе. И вот, возможно, еще одна дуэль Харька и Зипера не будет. Зипер не смотрит в окно. Зипер оттянулся, просто оставит. Ну, ребят, ну пойдете на респу, постреляемся. Не пойдете, не постреляемся. А Иеремия делает все очень правильно. Она просто оттягивается по своим позициям. Имея в своем активе минус один. Ну, точнее, не в своем, а в чужом активе минус один. Занимает предыдущие позиции. Ну, вот этот человек не успел уйти. Дрейс, видимо, то ли адреналин дошел уже и поглотил полностью его голову, захлестнул ее, и он просто подумал, я должен здесь постреляться, я закрою. Ну, а возможно, просто не успел уйти из полупозиции, когда он был на нуле. Теперь плюсовая ситуация, конечно же, для Ru Legends, потому что одна из позиций потеряна. Сейчас посмотрим, какая лонг взят. Мид взят Биг Биром, Зига взята. Б очень стрёмно все, потому что нет Дрейса как раз-таки, а он здесь серьезно хлоповал товарищу Александру Алкашу. Но туда и не пойдут. Все как бы говно льется на Аполлона. В том смысле, что он один, а людей много, и он ничего не смог сделать. Ну, 4 в 4, конечно, преимущество атаки. Конечно. И как бы поставь 2 на одну точку, 2 на другую, вероятен шанс того, что пойдут просто по миду. Один за вагоном. Дуэль Биг Бира и... Нет, все-таки Ru Legends берут эту игру. Все-таки на тоненького, но взяли. Мы их с этим поздравляем, мы этого ожидали, но со счетом не таким, кто бы мог подумать, счет 10-8 на самом-то деле. Выиграли Ru Legends, ну и Иеремии тоже их мужественную лапу стоит поджать. Хотя Ru Legends молодцы, если они ничего не палили и в разминочном стиле эту игру играли, то они очень серьезно настроены. Если играли там процентов на 20 своих возможностей и тем не менее эту игру взяли. Они проходят верхнюю сетку, Иеремия падает в нижнюю. Я напомню, что Иеремия никуда не вылетает абсолютно, она будет встречаться с проигравшим пары. ОВТ против Фокзис. Кстати, сейчас таблицу мы изменим. Так, Ru Legends. Окей. Окей. Ну, согласитесь, что игра была интересная. Довольно-таки. Довольно-таки очень интересная. Интересная игра была. По крайней мере, мне понравилось. Знаете, когда команды хорошо стреляют, даже вообще вот не очень важно, используют они тактики или не используют они тактики. Тимплей плюс стрельба творят чудеса. Просто если твоего тиммейта убили, вовремя стянись на его позицию, перекрой, закрой, разменяй, и ты будешь молодец. Поэтому... Можно даже не запариваться. Я думаю, что ни те, ни другие ничего не мутили. Одни жестко отстояли дефенс, вторые жестко отстояли дефенс, но вторым чуть-чуть не хватило, чтобы так же жестко отстоять свой дефенс, как отстояли соперники, имея в виду Иеремию. Бывает. Бывает. Ну и сейчас у нас времени 14.37, 20 минут до следующей игры. Я, честно говоря, не знаю, что мы будем смотреть. Я знаю, что мы будем смотреть второй тур группы А и Б. Я знаю, что мы будем смотреть. Мы будем смотреть игру, если выиграли. Я, честно, результатов не знаю. Неофитов хочу увидеть. Вот. Но если они проиграли, они играют с Прунами. Если выиграли, то с Тини. Вот эту игру мы будем смотреть в следующем туре. Пока что у нас пауза. Я сейчас добавлю рабочий стол на стрим и... Мы с вами посмотрим, кто стал счастливым обладателем приза в количестве 50 рублей. Что я сейчас прячу кое-что. Пока, да, не расходимся на паузу. Чуть попозже это сделаем, перед самой игрой. Беру это вот. И на почту к себе зайду, кстати. Пробую, по крайней мере, это сделать. Так, mail. Пароль. Наверное, такой. Так, я посмотрю пока в чат. Хоря топ. Это все хорек. Вообще не играл. Не обижайся. Дай свой кошелек вебмани. Я тебе на молочко хлебом скину. Мне, да? Ну, пожалуйста. Вот та же самая почта. Можешь использовать.
написать, я тебе отвечу. Они не могли играть на 20% своих возможностей, так как последний раунд там жестко было, это напомнило радио КФС. Ну, конечно, в последнем раунде, когда ты уже в шаге от того, чтобы проиграть, ты не будешь на 20% играть. Не знаю, ничего не буду обсуждать, эту команду вообще как-то... Генс, играли они на 20%, не играли, это абсолютно не мое дело. Их главная задача молча играть. Вот, и все, и выигрывать. Такое дело. Так, я рабочий стол вам обещал, сейчас мы его добавим. Это уже можно сделать. Я готов. Чисто. Окей. Сейчас проверю точно, можно. А, ну, писем накидали великое мне множество, я сейчас просто за эти 50 рублей просто запарюсь смотреть, кое-что накидал. Я думаю, вам все видно. Виден мой рабочий стол, видна моя почта. Да, писем очень много. Но мы должны пойти с конца, естественно. Найти счет 10-8 в пользу команды Legends. Ну и вот они, письма заканчиваются. Skype. Петр Филоненко решил у нас. Привет, Миша. Привет, запретите. Как-то. А, это со всеми так написано. Давайте Базина первое письмо почитаем. Миша, привет. Окей. Это вчера, да, было? Вчера в 15.41. Зачем-то. А, он меня искал на стрим, чтобы попасть. Хорошо, мы смотрим по дате письма. 15. У нас сегодня 16 ноября. В 3 часа ночи мне пришло письмо. Александр, так, Маринников. В 7 утра прислал Александр Маринников. Миша, сколько мы сегодня посмотрим игр? Все понятно. Потому что этот контакт указан в моей группе, и все сюда теперь пишут, а не куда-то мне. Слава богу, господи, теперь меня никто не в контакте. 7 утра, нас интересует... Вот, первый прогноз, 14.33. Беседа с Александром Чертиловым. Ага, вот он счет, мы сразу увидим. 10.6 просто мимо. 10.5 мимо. 10.8, вот, человек есть. Rule win... Беседа с Игорек Мастак. Открыть в новой кладке. Как бы долго искать не пришлось. Молодец человек. Сейчас мы фиксируем. 14.33. Ну, мы уже игру смотрели. Как-то никто не ринулся писать мне прогнозы до игры. Вот Александр Мастак. Что он, после, что ли, игры получает? Подождите. Или нет? О, пятый. Сейчас на четвертый поищем. Александр Маринников мне счет точно не писал в 7 утра, он не знал об этом конкурсе. Мы на 4-й странице. Третью страницу по времени. 5.35, 36, 38. Ну, хотели схитрить, да, я вас понял, молодцы. Вы дождались окончания игры, открыта была моя почта, и первыми пытались отправить ответ. Вот три сообщения в одну минуту пришло. Чертилов Александр, Павел Чемих и Игорек Мастак. Игорек Мастак был самым быстрым, хитрым и молодец. 10-8, rule win. Угадал. Ну, я жду от тебя повторного письма. Человек Игорек Мастак своими какими-то реквизитами. Я... Да, можешь прислать мне письмо, куда тебе скинуть эти 50 рублей. Я не обещаю, что это сделаю в этой паузе. Возможно, в следующей. Просто сейчас очень хочется помолчать и попить кофе. На паузе, ну, возможно, я будешь быстрым. 10.8 отправлено с айфона, он уже знал счет. Хотя и в 33 минуты, наверное. Крошка, смотри, сообщение. Дай вещи мне надо. Чоки. Классно поиграли, контр. Ну, в общем-то, все на этом. Что интересного здесь? Товарищи судьи, меня, видимо, не слышат. Я просил их, как бы, скидывать мне счета в скайп, но никто ничего не скинул. Пойду там искать. 10-3. Неофиты выиграли у HLX Pro и... Они будут играть с Тини. Да, вот сейчас мы будем смотреть с вами игру Тини Неофиты. Я напишу.
Так. Далее смотрим Тини Неофит. Должна быть интересная эта игра. Кто не знает состав Неофитов, можете переместиться на pvp.mail.ru в раздел Crossfire Masters 4 группы, нажать на название команды, вы перейдете.